26 февраля, в день выхода фильма «Пятница», в Московском доме музыки пройдет концерт уникального трио пианистов «Бель Суоно». В программе прозвучат не только музыка Петра Ильича Чайковского, как все могли бы ожидать, Антонио Вивальди и Жоржа Бизе, но хиты групп «Абба» и «Квин». Мы с вами попрощаемся до понедельника, а сейчас встречайте, пожалуйста, Василий Ополев, Кирилл Гущин, Максим Тарасов, трио «Бель Суоно» в сопровождении «Red Square Band». До понедельника! Пока!